Да-д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 а. О, слушай, там бутылка? Да. Ничего себе. Прикольно. Сразу говорю, пить не будем. Как так? Это мне. Это тебе? Ну, Вася. Так, а что у нас через экран? Давай, открывайте. Пока что через экран. Пока только сидите. Слушай, так она там вообще... Подожди, она там настоящая, что ли, бутылка? Конечно. Я смотрю, она там булькает. Ну-ка, ну-ка. Настоящий, настоящий. Всё, ну вы затейники вообще, что творить? Так, это значит, это знаешь, а это умно. Это если, например, закончилось все, ты такой раз с тортика взял и продолжил. Да. Продолжил, да. Шикарно. Утром. Утром продолжил. Ну, в общем, сейчас будем кушать торт и поздравлять именинника. Да-да-да, фотосессия стартум. По очереди. Стоим фотка. И я тут со своим телефоном даже. Ой. Все, время фотосессии окончено. Ничего, давайте пить его. Режем. Ага, красивый. Ой, ну Васио. А супер. Не надо так. И у Наташи сердечко. Нет, слушай, крутой торт вообще, прям крутой. Вот такой разнообразный, с конфетками какие-то, сникерсом. Прям супер. И с бутылочкой. Это Milky Way. Вообще сникерс называется. Это, торт сникерс? Это да. Называется тоффифи. Это Oreo. Вообще. Это вот... Это сникерс. Это Milky Way. Ага. А это вот эти вот соленые вот штучки. Это сникерс. Это крики рая. Крики рая, да? Не, ну слушай, Наташа прям вообще заморочилась. А это к торту. Вообще. А что, реально не отрывается? А, не отрывается, да? Тоже кому-то? Коллекцию. Кого-то? Опять пойдет. О. Одна стоит, там маленькая. Чинчик. Она, кстати, пластиковая. Чё её? Она же пластиковая. Чай налили, что ли? Да. Чай налили. Обман. Везде обман, да? Обманули. Лимонад. Лимонад. Нет, обычно просто они... Нет, это... Потрогайте, это пластик. На пластиковый мёд прям, да. Это пластик. Это такие чинчики. Ну, пластик. Пластик. Ну, может, специально так сделано? Есть. Ну, круто. Красивый такой. Ну, торты ручной работы. Вот кто молодец? Вот Наташа. Такой подарила. Супер. Это виски какие-то. Как чай. Из-под виски. Я тебе сказал, что виски из-под виски. Виски-виски. Как сигарет с мочевиной на баранине. Ой, Иван, давай рэщ его, рэщ. Хотя тут поступило предложение сначала сверху разобрать. Вот так вот. Шик. Давай, рэщ его. Рэщ. Не, а может, действительно лучше сверху сначала все убрать? А потому что не надо. Ладно, мы сейчас их вот так вот. Не надо так. Не надо, пускай режется все. А прям вместе с печенькой? Она, а нет, печеньки нет. Прям с тоффифи режь. А тоффифи краешек, да? Там орешек. Поехала. Реш. Это уже. О, там еще есть. Орехи он еще внутри. Ой, ё-моё. Это сникерс. Сникерс. Называется начинка сникерс. Да, видно орехи. Кто следующий? Сникерсы есть орехи, да. Это следующий. А в нации тоже есть орехи. Кто следующий резать? Может, это вообще степ? Это мне вот. Там тоже орехи. Да, и тоже ведь этот, как его. Надо было. Да их вот резать, блин, вот эти штаты. Точнить нужно было. Мол, где доказать, что это сникерс? Самый что ни на есть рыжий вчера. Я его тут видела. Как их рыжий здесь старт? Я вообще не понимаю, что это Как-нибудь. Это в рот. Ладно, короче, уговорили все. Я помогу. Ой. Съедай. Прям виски упала. Блин, теперь здесь кружка мешается. Наставим на кружку. Давайте все, что упадет, да, разберем. Куски режь и все. Что падает, то что упало, то пропало. Что упадет, тот возьмет, кому что нравится. Господи. Не усмашнуло. Я пока режу ее. Что упало у матроса, то упало на газетку. Сюда уберем. Где тут начало, где конце? Это прям так, ну что, сколько у нас? А, ну да, на 6 частей надо. Он самый что ни на есть свежий. Угу. Вот. Свежий. Прям уже. Карамель какая-то по ножу тянется, блядь. Как и сникерс.
Блядь, сейчас чай мне нальет. Кушно. Проворачивай его вот так вот маленько. Разбирайте куски, а то мне неудобно резать. Да, кстати, да, давай. Что, нарезал, разбирайте. Забирай круг, вот и все. Ну, что, берите. Ты правильно, да, не стесняйся. Вот, правильно, папа правильно сделал. Как говорится, подал пример молодежи. Да, да. Давай, клади, да. Клади, да. Во. Макароны слиплись. Боб, давай, давай, мне тоже. Давай, руками давай. Здесь все свои. Давай. Да. Вот, что. Мало будет еще подложено. Вы врились. Проблема-то. Проблема-то. Слушай, какой вкусный вообще. А когда мы будем... Клади мне. Кораблекрушение. Клади, развалился, ну что ж. А когда мы именинника вот лицом тортик... Нет, Наташ, плохой торт. В плане того, что это жесткий. Понимаешь, вот Ивану будет не очень удобно. Лицом спать. Надо было побольше сливок. Чтобы, знаешь, как в облачко, так бум! И все. Масочка. Да-да. Ням-ням-ням-ням-ням. Вон твоя печенька. Это ты мне так подал. А я вам говорю. Так, давайте шашлык уберем, да, вот реально. Вот это вот убрать надо было отсюда. Да. Вапочку это. До шлака никому не дошло. Шашлык, башлык. Что тут за хвост, он за хвост. Так, Вован, потерпи. Ты уже жрешь, походу, да? Уже торт вовсю. Он сейчас доест и потом скажет, а вы мне ничего не клали, давайте еще кусок. Да еще положим, господи. Так задумано. Вот так вот, да? Проблемами-то. Давай, давай. Нет проблем. Тебе большой кусок, что ли? Ну, у меня тут кошки упали. Нет, ничего не надо. Так вот, вас двое осталось, вот как раз, вот каждому по куску. Пополам порезалось, все. Чего вы паритесь? Вот этот горошек. Все, мы себе забрали по кусочку маленькому. А вам половинку с Дашей. Все, по половинке. Да, тебе-то, Даша. Да. Давай, хватит, Надь. Ну давай, выпей уже нож, клади, все, что ты. Вот положи себе воду кусок прямо, все, давай. Да. Давай, раз, и все, оп. Клади, Даша. Оп. Вот, все, видишь. Чтобы рот радовался. Да. Да. Нифига себе ты кушать, ну нифига. И куда это все уходит? Ешь, да, мне бы твой метаболизм. Вот прям. Ты понимаешь вообще? В корзиночку сейчас упадет. Вот знаешь, вот некоторые вот только на него посмотрят, и уже плюс 5 килограмм. Ты понимаешь, вот только смотрят, вот вообще. А вот ты вот, смотри, какой кусок. А печенье какое? Орео. Я обычно не люблю, а это очень свежее, вкусное. Все, давайте. А ложку-то дала? За. Подожди, руку хоть вы. Как же, дала ложку. Вилками. А лучше сразу большими столовыми. Я знаю. Я себе на закуску сразу. У меня сразу, знаешь, пьешь, сразу закусываешь. Эффект. Это туда у нее упало, сразу закусываешь. Эффект неожиданный. Видишь, вот ты трезвая, вот ты все замечаешь. А я пьяная, уже ничего не замечаю. Эффект неожиданный. Закуска у меня сразу пошла. Ну все, как говорится. С днем рождения еще раз. Пошла жара. Целую. Оп. Все. Вот здесь, смотри, Мария, Даша, видишь, вот так, смотри. Опа! Вон она чего. Сразу купила. Учись, студент. Так живи, век учись. О, вкусно. Да, закуска. Вот. Вот тебе виски надо закусить. Все для виски. Огурцами солеными надо. От торта. Давай, что на нее смотрит? Раз и все. Давай, открою. Отворачивай. Как говорится, до дна. А там сколько? Там 50 грамм-то, даже меньше. Да нету, 25, наверное. Она не открывается. Собака. Прокручивается? Так она пластмассовая, потому что... О, пошло. Поп, у меня да не откроется. Я покручу. Вкусный, кстати, тоже. А там сок яблочный. Ну? Уксус! Уксус. Сок-то хотел. Не, то самое, то самое. Самый, пахнет, что ни на пахнет, есть, пахнет. Виски это. Ну, кстати, приятно пахнет. Минуточку. Это Эдвард, торт, да? Специальный виски в торт. Ты один что покупал? Куда? Мое не надо. О, молодец. Этим не наливай. Все, не надо. Они у нас не пьющие. Этим не будем. О, и себе. Я себя любимым не отделил? Нет, не отделил. Ну, главное,
глаз алмаз. Ну. А? Видишь, как хорошо? Ну, давайте. И снова за тебя. С биноклем, да-да-да-да. И за тортик, который нам сделали. Да. Очень вкусный торт. С днем рождения! Еще раз. С днем рождения! Днем. О, дед, я к тебе стакан прям залез. Там какой-то еще подарок какой-то говорят. Снег откапывает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вон. Подарок еще. Деньги в конверте. Типа. Сейчас он достанет. Сейчас он достанет. О, так, что там написано? Вот такой iPhone хотел подарить, но хватило только на открытку. С днем рождения! Вот такой iPhone! Вот такой iPhone! Но хотел только вот на такой открыть. Ну это не важно. Главное внимание, главное, как говорится, забота. И даже вот торт, он очень вкусный, очень сытный. И он больше, знаете, он больше вот как вот, ну, вот как это подарок. Вот это меня. Ты доволен? А я iPhone. Ты доволен? Больше всех доволен. Вот, вот. Берешь так и звонишь, да? Алло! Енот! У телефона. Енот! Ну, днем рождения тебе еще раз. Все это самое хорошее. Звезд. Днем рождения! Ура. Сейчас расплачусь. Все, как раз у нас именинник он провожает. Да. Ребятки, вон тут. Уже тут. Сидеть. Они бывают утро, да? Ой. Ну все, как говорится, Иван, еще раз днем рождения. Ну, здоровья, счастья, любви, позитива. Спасибо. Давай еще раз. Все, пока-пока.